Встреча поколений в Упоровском районе. Пенсионеры-пионеры рассказали активистам движения первых про свое детство в красных галстуках и про общественно полезные дела юности. Представители Совета ветеранов войны и труда успели поиграть со школьниками, молодежь показала современные развлечения, а пенсионеры – глухой телефон, популярный во времена без гаджетов. На самом деле разница небольшая, просто стало больше разных направлений, их 12 в РДДМ, и каждый человек занимается своим направлением, развивается. У них же много похожего с нами, с пионерией. Такие же стоят задачи, такие же цели. И как бы я говорю, что это все сплачивает их, и также вот они чувствуют, что ответственность какую-то, и все-таки туда все-таки попадают самые лучшие, как и пионерии, активные, которые хорошо учатся. И вот в эти отряды движения первых, я думаю, что они достигнут больших высот.